Всем привет, мои хорошие, с вами Геймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И у нас сегодня с вами будет супчик, которого никогда, наверное, не было, суп с курицей, причем домашней курицей. Если честно, я снимать подобное видео даже не собиралась, но мама для своего кулинарного канала iCook сегодня снимала этот супчик. И просто я решила снимать концовку, и когда я подошла к этому супчику, он просто так запах, что я решила, что тоже буду снимать мукбанг. Правда, небольшая здесь порция, но потом я пойду в KFC, и там куплю острые крылышки и сниму «Не запивай челлендж». Давно не было супчиков, они набирают очень мало просмотров, я это знаю, но ничего. Это видео прям выложу сегодня, потому что сегодня у нас не было видео, я была на работе. Пришла очень поздно. С одной стороны, я хотела один день отдохнуть и не снимать мукбанки, но потом комментарии в моем инстаграме очень сильно меня смотивировали, если честно. Я выложила видео, где я танцую. Если вы еще не знаете, о чем идет речь, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в инфобоксе. В общем, в инстаграме я снимаю танцы. И раньше как бы все меня критиковали, что какой ужас, у тебя не получается, не продолжай. Последние два видео комментарии, правда, закрыты, но все равно люди мне пишут в директ, и это реально безумно приятно. Вообще, когда блогер начинает что-то новое, всегда бывает такая реакция, и я это понимаю, это нормально. Ой, как вкусно! Ой, как вкусно! Вчера сняла для вас видео на 100 тысяч подписчиков. Как только на моем канале стукнет 100 тысяч, я это видео выкладываю. Не в зависимости от того, сколько время было ли видео в этот день. Сразу в этот же момент я выкладываю для вас новое видео. Честно, это было не запланировано. Мне позвонил брат по видеосвязи. И я ему сказала, что я снимаю видео на 100 тысяч подписчиков. Он такой говорит, что у тебя уже 100 тысяч. В общем, я решила это не вырезать. Я хочу еще снять видео. Реакция моих родителей, близких на мои 100 тысяч подписчиков. Хочу позвонить папе, позвонить маме. Хотя маме нафига звонить, она здесь. Ну, вообще, у меня отец, я вам так скажу, он такой, ну, как будто не при делах, вот немножко, если честно. И иногда это настолько смешно. Каждый раз, когда папа мне звонит, он всегда говорит, как дела в университете? Я такая говорю, папа, я уже год как закончила университет, про что ты? Он такой, а, ну да, точно, да, ты же закончила. Он настолько занятой, настолько в делах, что если спросить его, сколько мне лет, папа скажет, ну, где-то около 20. Я помню, когда я поступила в университет, он, наверное, года 3 еще говорил, как дела в школе. Я каждый раз ему говорила, папа, не школа, а я уже учусь в университете. С одной стороны, смешно. Мои все подруги всегда угорают над папой. Всем моим подругам всегда нравится мой папа. Потому что он свойский. Но
например, видео, где я подтягиваю штаны. Мама говорит, что за ужас вообще? Что это такое? А папа наоборот. Он меня поддерживает. Он говорит, круто, смешно. Это же смешно, говорит, это юмор. А кто не понимает, пусть пройдут мимо. То есть во многих моих начинаниях мой папа всегда меня поддерживал. Он меня всегда называет «Золушка моя» или «Ласточка». Как мне нравится, когда меня называют «Ласточкой». Вот. Многие просто часто говорят, что я никогда не говорю про своего отца. А честно-то хочется много чего рассказать. Мама всегда была против домашних животных, а папа говорил, нужно, говорит, потихоньку ее поставить перед фактом, что у нас будет жить собака, и все. Он просто купил собачку, принес. И потом уже мама увидела. Я всегда, когда разговариваю с папой, у меня такое ощущение, что я болтаю со своим каким-то другом. Даже вот в личной жизни папа говорит, я всегда, говорит, поддержу твое мнение. Только если ты не выберешь какого-то, ну, суперрелигиозного человека, который ходит с бородой и кричит «Аллаху Акбар». Мой папа немножко против религии, против этого фанатизма по религии, так скажем. Ну, какие-то моменты есть, ему, например, не нравится. Вот я хотела с бабушкой снять видео. Папа сказал, что это моя мама, не надо ее снимать для Ютуба. Хотя я уверена, что вам бы она понравилась. Знаете, некоторые как бы боятся своих родителей. У нас никогда такого не было. То есть нету такого, что я прям боюсь папе что-то сказать. В любой момент я могу ему сказать свое мнение. В некоторых, например, семьях, да, говорят, что нет, ты что, ты не должна против отца что-то говорить. Но когда я говорю свое мнение, которое вообще не сходится с мнением моего отца, он, наоборот, поддерживает это. Он говорит, что каждый человек должен быть личностью, и никогда детей, говорит, нельзя... затыкать, не знаю, вгонять в угол. За это я реально благодарна своему отцу. Это круто. Некоторые говорят, вот, мне отец не разрешает там одеваться как-то коротко. У меня отец даже не увидит, что я одета как-то коротко. Я сделаю, например, фулл макияж, я подхожу к папе и говорю, пап, ты не видишь, что-то изменилось во мне? А он такой, ну ты постриглась. Он говорит, нет. Он говорит, тогда новое платье. Я говорю, нет. Он такой, ты что, я сразу заметил, маникюр новый. Я такая, нет, у меня папа реально не замечает какие-то вещи. Это
это просто типичный мужчина, вот реально, девочки. Например, если ты перекрасишься в блонд, прям он заметит, что «а, ты перекрасилась». Но если ты на пару оттенков туда-сюда, в каштановый перекрасишься или сделаешь амбре, он подумает, что так оно и было. Мне кажется, мужчины такие должны быть. У меня у подруги был парень, и он, знаете, такой стильный, был такой стиляга. Весь надушенный такой, одетый с иголочки. И он всегда вмешивался, как одевается моя подруга, да. Например, она одела там кроссовки какие-то с платьями. Ну, в общем, да. И он такой говорил, это не сочетается. Ты сегодня одета вообще безвкусно. Давай сходим и купим тебе одежду. Да, ей было приятно, что он ходит с ней вместе, покупает ей одежду, что-то дарит. Но вот это женское начало в мужчине меня бесит. Но мне не нравится реально. Когда парень носит рваные джинсы, какую-то бижутерию. Тут, знаете, такой шарф объемный, да? Я, наверное, из баб из того века, но мне это не нравится реально. Мне никогда не привлекали такие мужчины. Или, например, мужчина идет и в салоне выщипывает брови. Я не против того, чтобы мужчина выщипывал брови, но не в салоне, да? Делает какие-то масочки, пилинги. Увеличивает губы. Я реально не против этого всего, но просто рядом со мной как бы может быть такой мужчина, но в роли друга, но не знаю, когда брат у меня такой или, например, папа, я не могу смотреть на них как на мужчин реально. Сейчас, конечно, в комментариях польются комментарии о том, что почему мужчина не может следить за собой, девчонки, все в меру, я считаю. У меня бабушка всегда говорит, если мужчина чуть-чуть отличается от обезьяны, достаточно. Не надо суперкрасавца. Мой отец тоже из этой серии. Обычно всегда ему одежду покупает моя мама. Или они ходят вместе. И всегда папа говорит, да все у меня есть, да все нормально. И мама чуть ли не заставляет его. Покупать какую-то вещь. Идеально. Как вкусно. Я попросила в Инстаграме, чтобы вы задали мне вопросы, но я понимаю, что я уже доедаю. И так и не ответила ни на один вопрос. Как называть теперь видео, непонятно. Честно, я не наелась вообще. Я думаю, что сейчас нужно пойти в KFC. Я хочу купить именно острые крылышки и снять «Не забивай челлендж» с острыми крылышками. Он, наверное, выйдет завтра. А на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Подпишитесь, пожалуйста, на мой Instagram, потому что я там очень стараюсь, всякие танцы снимаю. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока.